Как я рад здесь оказаться! Наконец-то мы снова снимаем какие-то просто вот эти удары. Это просто. Вот эти удары. И наконец-то здесь снова я, потому что меня здесь долго не было. Пропала собака. Серьезно? Really, nigga? Ну, конечно, здесь был какой-то странный этот очкарик. Сань Фифа. Да. Обидно. Вы попали на канал Нечаев, всех все знаете. Ты кто такой, а? Я пришел к Нечаю. Я рад за тебя. Ой, ой, ой. Я всем 18 лет, она плачет на рыбе. Давай. Опа! Вот это да! Внимание, новость! Для крутой новогодней вечеринки нужна бомбическая колонка Access Style Pumpkin для недетского отжига с недетской космической цветомузыкой. Прямо как JBL Pulse 3, только в 3 раза дешевле. В 3! Нереальное плазменное свечение и мощнейшие басы. 8 часов автономной работы. На всю ночь хватит. Оттажом не по-детски, с 6 режимами подсветки. Постучал по колонке, переключил режим. Ну а для заряда нужен Access Style Charcoal. Не детский пауэрбанк на 10 тысяч мочей. Стальной, как твои яйца, мужик. С быстрой зарядкой и подключением 2 гаджетов одновременно. И всего за 900 рублей. Не жди Нового года, бери прямо сейчас колонки и банки Access Style по смешным ценам. Естественно, подробности внизу по ссылке в описании. Так, сегодня бьются у нас лучший защитник Амкала против лучшего вратаря Амкала. Мы сегодня с Игорем секундант и следим за всем. Сейчас объясню, в чем заключается... Секундами. Чтобы не отставать. В чем заключается челлендж? Челлендж называется «Врут». Ты зачем обманщик мне сказал? Есть 2 раунда. Есть минутный раунд. И часовой. Это футбольный челлендж. И есть 30-секундный раунд, где нужно отвечать на какой-то вопрос. И ваш ответ... Охренительно. Верно! Допустим, я говорю, за 30 секунд... Нужно назвать как можно большее количество игроков Ростова, допустим. Финита говорит. Какой ебу, сука? 5 человек назову. Ты говоришь 6. Либо говоришь врун, и Финита должен за 30 секунд сказать. А минутные это как раз футбольные челленджи. Когда я говорю за минуту, сколько забьете пенальти. Отличная идея. Поздравляю, участвую. Начнем, давайте ставим в пенальти, немножко разогреемся, и дальше потом уже разговорный формат. За минуту. Христун тан. За минуту сколько забьешь пенальти? Ты бьешь фейки. Ну мы будем. Ты можешь сейчас сказать врун и вытащить все. Слышь, дед, я тут, чтоб все забрать. Чтобы он не забил. Так нет, я явно за минуту два я точно пропущу. Я смогу тоже повысить? Все, я. Мало. 6. Гамова подсказывает Фину, что нет. Не лезь. 7. А ты пистолет держишь, если тебе не понравится он в какой-то момент? 7 пенальти от Фина. Врун! Врун! Он обвиняет тебя во вранстве. Теперь у Финита есть минута, чтобы забить 7 пенальти. Если не забивает, балл получает Федор Маслов. Если забиваю, сейчас все, становлюсь штатным пенальтистом МКАЛа. А вы хотите какой-нибудь приз в конце? Да! Да. Давайте на десяточку. Деньги есть. Мимо! Это 2. Это почти 3. Это 3. Да! Блядь, нихуя себе! Да, Федосиков, да! Да, Федосиков, да! Да! Если бы ты все забил, ты выиграл, успел очень тоже. Очень хорошо тащил. Ну вот один из угла прям. Один там, очень красивый был. Блядь, нихуя себе! Шедевр! 1-0 в пользу Феди. Я счастливый, как никто! Федя обозвал тебя вруном и... Ну я врун, простите, Федя, пожалуйста. Ты зачем обманщик мне сказал? Так, ребята, теперь разговорный батл. Раунд! У вас есть 30 секунд в этом раунде. Это очень много. Федя, за 30 секунд сколько ты назовешь игроков Амкала? Я помню, когда проходил. 16 человек. Нет, подожди. Я назову 14 человек. 15. 16. 17. 18. 18 от Феди. 19 от Фина. Врун. Врун тебя объявляет вруном. Я ставлю 30 секунд. 19 игроков Амкала. 1, 2, 3. Федос, Спирич, Нечай, Кефир, Финита, Феликс, Мосс, Данте, Саня Фифа, Джефф, Форза, Лакер, Блатов, Чужой, Эльхан, Сипскана, Герман, Ромарой. Кефир был, Нечай был. Ждан!
Бандос! Все. Есть! За 16 секунд еще оставалось 14 секунд у Фина. Но Фин ответил! Он отбился от обвинений Феди и 1-1 теперь счет. Один раз, два зайти нормально. А типа вот они начинают по 5 раз заходить, знаешь, там сидеть. Тяжело, тяжело. Не, ну нормально. Так, следующий теперь минутный раунд опять на футбольном поле. Опять? А сколько перекладин ты пробьешь за минуту с линии? Привет. Так, у тебя минута. Две перекладины. А по касанию я включаю тайм. Хорошо. Было! Ну все, у тебя минута на перекладину, чувак. Давай последний. Есть! Есть! Смотрите! Смотрите на это! Какой хороший! Осталось одна секунда, и Фин это сделал! Непросто. Ну что, теперь 2-1 в пользу Никиты. Да. У вас есть 30 секунд, чтобы назвать итальянские команды. 12. Врун. Итак, пока Федя еще не придумал там все 12 команд, я сразу же включаю через 3, 2, 1. Интер, Милан, Ювентус, Лацио, Рома, Перуджа, Кальгери, Сиена, Римини. 15 секунд осталось. Заткнись! 5 секунд, Федь. Пошли, да. Время вышло! Как хорошо начал, а? Федя забыл самый главный клуб. Сосу пола! 3-1. Финита ведет. Все, в целом, это был Харчки челлендж. Пишите в комментариях, кто победил. До свидания. За минуту сколько лонгшотов вы забьете? 3. Федя решил вообще не участвовать в футбольном челлендже, только как вратарь. Да. Сухарю, Федор. Два удара было нормальных, остальное говно полное. 3-2, у нас получается 5 раундов прошло. Если ты сейчас сравниваешься, будет еще один раунд. Я счастливый, как никто. 30-секундный раунд. Сколько вы назовете женских имен? 15. Где он? Врун. Врун! Федя объявляет вруном. 3-2-1. Катя, Маша, Света, Саша, Женя, Елена, Алена, это другое имя, Оксана, Ксения, Лейла, Марина, Виктория, Паранжа, Паша, это женское имя, Слава, мускатное вино. Стоп, Елена, стоп! Да пошли нахуй! Сколько? Блять! Мне мама Паша, он, а вы сказали, что это... Давай засчитаем, он все равно не сказал 15 имен. Все, пацаны, давайте ставьте лайки, если вы уверены, что Федя готов подготовиться. Разорвать меня. Но мы поздравляем Финита, он сегодня победил. Он сегодня не врун. А вот главный врун сегодняшнего челленджа, это Федя, который проиграл. Федь, у тебя есть 30 секунд и 10 способов попрощаться. Через 3, 2, 1. Всем пока! Доброй ночи! Не забывайте умываться, почистите зубы и спите. Коллеги, сосумба! Палюку кальдите! Давайте, умрите ночью! Еще 3. Сиську маме возьмите и... Олега позовите и пошлите его нахуй и скажите, я спать! Ну и, конечно, до свидания. Уложился, еще даже 8 секунд оставалось. Эй, чача, раз, два, три, не чача, раз, два, три, не чача, 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 раз, два, три, не чача, 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 эй.